Всем привет! Постараюсь быть максимально расслабленной, но постараюсь контролировать эмоции, потому что просто только что сказала, что мне пришли посылочки с AliExpress. Я как раз сегодня проверяла на сайте, когда же там, сколько еще осталось до конца защиты. Но и думаю, когда же они придут? Что-то мне не звонят. И тут наконец-то. Я счастлива. Сейчас будем при вас открывать. Их посылочки только две, но хоть что-то. Просто я всегда не удерживаюсь, чтобы снять видео. А всегда открывала сначала, а потом уже показывала. Но сейчас будет наоборот, распаковка. Если честно, страшно. Короче, я уже к Хэллоуину готова. Хочется вообще так быстро. Ух ты! Заказала помадку такую вот, а мне пришло три. Я в шоке, я же одну заказывала, нужно проверить. Ух ты, что это? Так вот, видите, чего, что? Опять они болтаются. Это болтается. Давайте одну распечатаем. Где-то она распечатывается. Система не блин. Уже ничего не могу делать с этими ногтями. Ну, просто вот так вот. Может, ножницы. Ничего. Чем больше видео в СМР, тем лучше. Я не знаю. Вообще не пойму запаха. Вот вообще нет никакого запаха. Посмотрите, какая она масенькая вообще. Еще поломана. Ху, печалька. Так, давайте попробуем нанести руку. Но не будет видно, будет свет плохой и камера не очень. Не знаю, видите, но розовая получается.
нужно будет для меня сжать губы. Прикольно. Она невкусная, конечно. Но прикольно то, что вроде такая зелененькая, больше она стоит такая вот цветная. Сойдет. Я уже не помню, сколько она стоила. Ну, точно не так. Какая-то еще стойкая. Знаете, у меня в субботу бабушки день рождения. Я уеду в село и подарю ей одну помадку. Думаю, ей понравится. Она как раз вроде пользуется вот такими вот цветами. Если куда-то собирается. Еще одну, может, тоже кому-то подарю. Может, маме подарю. Ну, она также попользуется. Так, еще одна ссылочка есть. Там я уже знаю, что это. Там моя колечко. Заказала себе колечко. Что? Скорее всего, будет маленькой вообще. Не налезет, походу. Сейчас посмотрим. Что сегодня у меня все так хорошо открывается. Котик какой, маски. Какой маленький. Может, оно еще и регулируется. Но это не лезет. Идеально. Мне нравится. Котик какой у меня. Вместо одной помадки 3 помадки. Колечко налезло. Как раз мне прям на этот пальчик вообще идеально. Ну, это будет туговато сидеть. Нужно его лаком покрыть, чтобы оно не облезла потом. Мне нравится все.
Что у меня лопает? Пупырки. Пупырки что-то, они... Какие-то полупустые. Короче, лопаться они не будут. Ну, на этом, пожалуй, мы и закончим видео. Спасибо за внимание. Я довольна. И всем пока.